Ситуация с поставкой лекарств для льготников муниципалитета Верхневолжья должна нормализоваться до конца текущего месяца. Так нашему телеканалу прокомментировали в региональном министерстве сюжет, который был посвящен этой проблеме и вышел в эфир на прошлой неделе. Напомним, что по сведениям областной прокуратуры, к ним регулярно поступают жалобы из многих районов области. Люди, имеющие право на льготные лекарства, сетовали на то, что по факту на местах их зачастую нет. Причем они в достатке имеются в Твери на складе «Губфармация». Однако это предприятие из-за своих финансовых проблем не может организовать развоз медикаментов. Особенно в отдаленные города и поселки. Теперь ситуация должна улучшиться, уверяют в Минздраве. В настоящее время ведется работа по оздоровлению нашего государственного унитарного предприятия «Фармация». Мы со своей стороны с медицинскими организациями помогаем и осуществляем доставку на места. Мы транспортом центральных районных больниц, администрации районов пока так, но надеемся, что с начала февраля мы уже начнем транспортировку, доставку лекарственных препаратов в штатном режиме.